Вот он тебе уже подсказал, все, за тебя сделал. Он за тебя сделал. Ты ему спасибо скажи. Ты ж ничего не сделал. Дай-ка на меня или кто? Вот смотрите, сюда. Я ему дал захватить, но куда у меня пошла рука? Смотрите, и куда я отдаю? Куда я пошел? Что я делаю? Строишь, все время строишь. Ну-ка попробуй еще. Стоп! Подожди, так стой. Значит, чуть-чуть. Дай сюда и верни руку назад. Дал руку сюда и повернул ее назад. Назад. Тогда ты, у тебя масса закинет. Мне тебя надо. Хоп. Масса, чтобы перешла за площадь опоры. Давай. Я то же самое делаю еще раз. Слушай, хорошо, что ты понимаешь, настырный. Но что невнимательный, это намного хуже. Что невнимательный, это еще хуже. Ну-ка давай. Давайте все вместе. А, все. Смотри, я его беру, к примеру. Мне надо его брать. Он меня захватывает или что-то, чего-то делает. Меня, видишь, я схватил его пальцы. Вот он. О! Я его выставил и потом ударил. Еще раз сделать. Раз он меня сюда, а я, ты видишь, вот, и отдаю руку сюда. Но моя задача состоит, видишь, в чем? Я только беру, раз, вот она меня. Работу вы все проводили в достаточной степени. Сейчас, что будет не получаться, мы с вами смотрим, чтобы работа шла хорошо. Разминку вы делаете без меня. Все элементы вы уже знаете, как они делаются. А частоту исполнения мы с вами давайте будем сейчас смотреть. Не торопясь, тут по периметру где-то близко находитесь друг возле друга, чтобы я смог каждому подойти и подправить. Ясно? Начали. Далеко не расходитесь. Берите любое. Значит, смотрите, ребята, вот когда ты на этом вот месте, ты упустил его. Что для тебя надо? Видишь, где его пятка? Держи руку. Отведи руку вот сюда, в сторону пятки, садись и на себя руку. Все. Значит, была где недоработка. Еще раз, пожалуйста. Смотрите. Раз, это взял, так, теперь отдавай, так, это уже чуть-чуть лучше. На троечку пойдет. То есть, вы смотрите сейчас, ваша задача за площадь опоры его ног, вы должны руку, видите, и я чем сажусь, тогда я могу свободно уже от него обработать. Вы забываете моменты, о которых мы с вами говорили. Все те моменты, которые здесь должны присутствовать. Плечо, точка опоры и сила. Точка опоры, плечо и сила. Где они? Раз на руку, только мазню. Первая встреча есть, а дальше работы нет. И сейчас мне Паша, кажется, да? Паша говорит. Где он? Бежал? Вот. Ах, вот он. Ты ж мне сейчас сказал, что 2, 3, 3, 4, 10 элементов. А фактически это ж надо один. Один, когда ты будешь знать, а потом хоть 10 тебе человек. Они мешать будут. Давай. Стоп. Вот теперь смотри. Или можешь двинуть сюда ногу свою. Спасибо. Вот этот локоточек, вот рви сюда, присаживаясь, рви сюда и на себя, раз и на себя, вот, вот он когда у тебя. Вот эти моменты, на которые надо обращать внимание, то есть вы, дай-ка на меня палку, значит смотрите, я раз принял, у меня предмет где-то здесь, что я могу сделать, точку опоры, раз, вот мой предмет уже у меня, вот она ему уже чистит, вот она у меня уже чистит. Вот он у меня, он уже чистит. Вот он. Я уже с ним работаю. Вот он. Понимаете, точка опоры, плечо и сила. Держите все время это. А когда, еще раз на меня. Вот он бьет, я принял. Мне необходимо с ним справиться. Значит, у меня не рука, а уже это плечо. Что я с ним делаю? Раз, вот он. И я уже тут. Все. И я могу дальше побить его. То же самое остается у вас.
Понятно? Понятно. Вперед. Не торопитесь. Сейчас на чистоту обратите внимание. Почему не присаживаешься? Я тебя накажу. Хорошо. О, молодец. Хорошо. И дай мобильность. Мобильность. Присаживайся. Хорошо, садись. Ваня, дай мне меня уже. Я управляю. Сейчас, вот он. Вот я смотрю. Поэтому, когда идет Я же вписываюсь, и вот я ее забрал. Закос уже. О! О! Здорово. Давай. Ты же, ну смотри, где у тебя за что зацепиться можно. Вот так. И шевелись, шевелись. Сам шевелись. Самое больное место. Так стоять, подожди, подожди, так стоять. Видишь, как у тебя стоит левая нога. Выверни колено, вот так. Вот, сюда, под... вот так, руку ровни, вот так, о, молодец. Подожди, подожди, подожди. Раз у тебя, не, получается, подожди, дай ко мне. Раз у тебя нож где-то, к примеру, тут ты придержал, видишь, как он у тебя отнимается. Угу. Теперь тут, о, о, и туда. Рука полностью не рабочая. И садись. Садись, о. Ну, ты просто нарезай, пожалуйста. Нет, так понятно. Принимай, дай укол в меня. Значит, методом от противного опять смотрим. Опять укол в меня. И на пищу делаем. О! Так. Давай. О! Оп! И я выбираю. Оп! Давай. Это что за силовая? Вот это спорт, ребята. Еще раз, когда вы идете на силу, это есть спорт. У нас это не выигрыш. Вы что, спортсмены? Нет. Ну для чего же вы тогда этим занимаетесь? А ну-ка еще разочек, это что за спорт тогда? Ну подожди, ну ты дай на меня. Вот методом от противного я выбираю. Она бьет, вот она. Хоть я, хоть отсюда, вот он ее, я ее накрываю. Как отсюда, как отсюда, вот она моя. Что я хочу с ней? Смотрите, я ее вот забираю, откуда она моя? Ну это же ваша задача, да. Это же рычаг. Точка опоры, плечо и сила. Вперед. Так, ну что ж, отодвинь. Во, ну это другое дело. Почему не тянул? Во, во, во. Молодец.
Шаг с подшагом. Да. Так, стоп, опять. Ты зачем отбиваешь? На меня. На меня. Так. Ну еще давай. Смотрите. Хоп. Да я ж ей что угодно, я глаза ей поднимаю. Пропустите. Ну, а я что делаю? Ну, я она бьет, хопа. А я тут же забрал, вот она у меня. Вот она у меня. Если я еще увижу, я палки тебе дам. Уже не первый раз, и мы идем. Физика, ты вокруг него проверни. Вот так, пошел. Нет, давай я начну. Все, полез еще. Ну, смотри, стоп, стоп, стоп. Ты почему? Вот, смотри, проверни руку. Проверни руку, чтобы она вот так. Вот, придержи, вот так. Понял, да? Вот отсюда. О, вот откуда-то. Вот, все, садись. Все, все, все. Нормально. Так, стой, стой. Он помнит? Или ему? Кому? Ему? Значит, раз ты здесь сделал, вот сюда, этот освобождает нет, и начинай его бить этой рукой. Усек? То есть ты этот упер, он зафиксировался, и ты его насаживаешь. И сам развернись. Вот. Все. Туда, 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 туда. Посмотри, вот туда. Раз. Да. Есть. Так, стоп, стоп. Вот. Смотри, вот это давай теперь можно смотреть. Отработай вот это вот. Потихонечку вот это отработай. Еще можно смотреть. Это дело свое. Так, хорошо. Да. Только вот это постарайся, значит, делать слитно. Слитно.
и всегда вниз. Еще ногу, дай глубже ногу, а руку вперед. Ты понял? Ногу прямо сюда, вниз, назад. Глубже, а руку вперед на меня. Ну-ка давай, еще разок. Ногу туда глубже, пошел. Вот так. Ну куда ты? Куда уходи опять? Да, вот ты сейчас, вот так. А теперь на себя. Правильно. Сейчас все нормально. Вот. Ногу глубже. Руку вперед, а потом снова назад потянешь. Вон сюда пойдет, а ты туда. Давай. Ногу! Молодец! О, все, вот. Вот это класс! Вот это класс! Понял? А ну-ка еще раз это отрабатывай. Вот это класс! Давай! Ногу! Молодец! На себя! Все, порядок! Почувствовал? Все? Слушай, я тебя сейчас палкой сам отлуплю. Не надо. Что не так сделал? А вы что, слышите? Да, не слышите. А мне слышите. Ты же смотри, как только взял, ты же вписался и начинай строить конструкцию. Дай-ка еще раз. Я еще раз повторю, Алексей, сейчас вы мне поправите. А я почему здесь? Так, стоп. Ты вот как только прихватил, вот. Значит, держи, держи. Вот, захватил. Значит, теперь смотри. Вот где твое плечо. Значит, забирай ее. Во! На себя. Вот так. Не отрывайся от нее. Блин, прямо за ней, прямо иди. Вот взял за ней, прямо иди. Давай. Давай еще раз. Я такого не делал. Ну да я, Алекс, садился вот здесь. Ты что? Нормально. Ты что, на? Ну что? А? Ты вот так. Здесь нужен удар. Ногу глубже! Глубже ногу! Не, ну, наверное, лучше. Не, он так... Так. Руку. Например, мне надо что-то сделать. Я должен зафиксировать твою ногу. Я раз тебе сюда. И опа! Можно после? Я все время стараюсь крутить. Изгиб скручения. Вышел удар. Вниз! Смотри сюда. Сейчас, смотрите. Вот он бьет. Я принял. Ты уже его крутишь. То есть не с самого начала вниз, а через поворотку, да? Да, вот чтобы через... Видите? Надо тебя за руку. Откуда? Потянул. Он палку в руку. То есть конструкцию, строй конструкцию сил. Ой,
Внимание, товарищи, сюда посмотрите все. Внимание! Дайте вы скрипка. Поворачивается спиной. Это нельзя. Дайте еще раз. Так, видите, где у него палка? Да, да. Как бы она мешает, да, начинает? Она ему мешает. Он лучше подставит себя. Есть укол. Вы смотрите, где он? Где? Вы смотрите, он уже у меня где? Здесь, смотрите, где у него рука? Где у него что? Куда у меня палка смотрит? Куда? Где? Я могу его куда угодно. Вы понимаете, где? Я его и здесь я достаю. Где она? А у него? Он подставляет себя. Вот, подожди, подожди. Бери еще. Он делает какой-то... Вот она у меня. Вот. Вот где находится. Если же мне что-то надо сделать, я на этот конец ствола. И видите, что я делаю? То есть у вас конструкция сил. Разложить силы на составляющие. Это первое. И вот эти ошибочки постарайтесь увидеть, а не лишь бы сделать что-то. Не что-то, а что надо. Продолжаем. Самое. Вы посмотрите, что такое точка опоры, что такое рычаг и что такое сила. Дайте еще. Опа! Сможете вы вот так на силу взять? Никогда. Это значит уже идет поддавание. Дай-ка на меня. Вот смотрите, раз, он промахнулся. Моя задача. Я могу ему выбить, я могу его растащить, а это уже бьет. Видите? Отсюда это бьет. И тут уже бьет. То есть я его свободно поражаю. Еще разочек. Раз, вот он у меня. Я могу свободно, видите, я как я ему сработал. То есть у меня теперь свободное плечо выработало. Есть у меня, я могу поддать сюда, я могу захватить его сюда, я могу его ударить. У вас рука и нога и сам предмет будет работать. Он впереди. Еще раз. Он ходит. Раз, я, опа, есть. Я забираю его, опа, отдаю. Рычаг. И я беру тогда, когда у меня есть выигрыш в силе. А так вот взять, я с ним не смогу вести единоборство. Но, если необходимо, вы должны сделать шаг назад. Вот он у вас теперь. Я свел его силы в одну точку. И плечо отдал только в себе. А у него я его убрал. Поехали. Так, хорошо, тяни на себя. Почему потерял плечо? На середину, иди сюда. Так, внимание сюда. Давайте смотрим. Давай. Раз. Вот опять. Смотрите. С самого начала плечо было потеряно. Точно за счет своей физической мощности, молодости. Вам надо, зацепился, уйди вниз, вместе с ним. Зацепился, уйди вниз и протяни его вниз. По нисходящей. Ну-ка давай, только это. Пошел вниз, вниз. Подниматься, зачем ты поднимался? Зачем поднимался? Он на тебя шел, ты наложил руки и вниз вместе с ним. Подниматься не надо. Еще разок, медленно. Взял, пошел вниз, 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 вниз. Можно было и так. Еще разочек. Еще раз. Присели. Только вниз. Только вниз. И в сторону. Раз. Пошел. Стоп. 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 Дай-ка на меня. Не поймешь. Я понял, что ты не поймешь. Раз. Принято, да? И я на него. Ну вы же знаете все. Зачем вниз и вверх? Это ж трудности какие. Вы сейчас как дадите, он вот туда улетит без руки. Продолжаем.
ты пойдешь в лагерь. Ты хорошо. Так, внимание, товарищи, вы что-то немножко застояли. Значит, в одну шеренгу слева от меня становись, бегом. А куда палки бросили? Не надо. Это вы уже знаете. Так, взяли. Хорошо. Вот от вас вот так вот будет, да? Первая, вот эта шеренга. Бегом форсировать через вот этот барьер с предметом со своим, с которым вы работали. А за ними пойдете вы. Понятно, да? Есть, точно. Значит, прыгаете. Одни прыгают через дверь, вторые. Вот. И как можно быстрее. Это вам для разминки. Пойдем дальше. Бегом. Марш! Внимание сюда. Значит, пистолет берется правой или левой рукой. Правой. На его правую. Смотрите, как у меня пальцы разносятся. Видно, да? Но вы уже делали. Поэтому сейчас я просто делаю замечание. Раз к себе. Раз к себе. Опа, вот он у меня. Я его и бью. Точно так же левая рука. Точно то же самое. И я его бью. Вперед. Так, продолжаем. Сабли почему лежат? Неправильно. Садиться надо, садиться, садиться. Ты понимаешь, что такое садиться? Что такое силы? Вектора их, вектор силы. Ну выдержи, разложение сил на составляющие. А выбирать другую сторону, да? Почему ж ты ж не научишься? Я тебе говорю, ты хотя бы себе запомни. Сколько раз я об этом говорю? Выборов. Ну, держишь ты. Держишь. Моя задача. Значит, здесь я придержал, ты видишь, как я. И я тут. Так, внимание. Всем внимание. Давай. Выполни. А и не надо. Вот. Давай. Так, внимание. Никогда не запоминайте. Стереотипа не должно быть. Двух одинаковых моментов не повторяется никогда. Поэтому вам нужны принципы и законы. Понимая принципы и законы, вы будете работать. Что я делала? Не надо. Самое главное, чтобы у вас было правильно. Точка опоры, плечо и сила. Выдержаны точки, все сделаете правильно. Выполняете, у вас нарушение. Стоп. Вот так. Вы видите, вы увлеклись. Раз сюда захватили, больше ничего не надо. Точка опоры есть, плечо у вас есть, и я уже сработал. Если же я ногу отставлю, она у меня тут уже как раз получает то, что ей надо было. Понимаете, уже нож был взят. Еще, пожалуйста.
раз она бьет, опа, видите? То есть нож уже у вас. Вы можете хоть в нее, хоть куда угодно, вы можете бросить. Давай. Так, молодец. Вниз. Все правильно, все. Ваня, куда ты руку бросил? До конца держи. Да, до конца держи. Держи руку. А так правильно, вниз и в сторону, правильно. Так, продолжай, и ногами, и руками. Присаживайся, иди и руками, и ножом. И что у тебя есть в руках? Хорошо, в сторону. Через пяточку. Молодец. Так, стоп. Почему не получилось? Потому что не присела. Если бы я захватила руку, представила где-то ногу, хоть не сильно, и отдала бы назад. Вот он как пошел, видишь? И я его взял. Понятно, да? То есть ты не сделала. Нужна была пара сил, крутящий момент, а ты его не допустила. Я раз захватил, и, значит, я в этом положении не могу ничего сделать. А я присаживаюсь куда? Вот как я сменил направление. Садиться. Стой. Так, на спину, не под ногами, вот так. Все. Опа! Он открывает. Ха. Понятно? Все, давай. Так, еще разок. Раз. Так, хорошо. На середину. Внимание все. То же самое. Так, смотрите. Дайте то же, что вы делали. Так, защищаешься ты, да? А почему же забыл вот про то, что вы делаете? То есть вы ходите в одну спортивную какую-то форму. Еще разочек. Раз, все, да? Ну, захватил локоть и уходи вниз. А теперь бей. Хочешь с каблуками, чем хочешь. Зачем? Вот вы понимаете, то, что у вас в руках, вы взяли только, стали боксоваться. Вы забываете, что это такое, да, Ковалечка? Вот смотрите, я раз принял. Раз я принял, я продолжаю двигать. То есть у вас, еще, пожалуйста, он бьет, я раз отсюда, вот он у меня. Я его не отхожу, то есть у вас есть возможность с ним работать. Вы хотите, совмещайте, то есть это комплекс, это винегрет. Это все полностью, с чем вы вооружены. Еще, пожалуйста, Ваня. Вот смотрите, я раз принял. Откуда? Я его раз в ногу. Вот он и попал. Я его тут уже полностью обработал. То есть никогда, если вам противник навязывает что-то, вы имеете свое. Свое. И работайте тем, чем вы можете. Это как я вам задам загадку, уже загадывал. От одной второй отнять одну третью. Сколько будет? Быстро, я засекаю время. Быстро, сколько будет? А? Одна шестая, молодцы. А за это время убить можно было. Сколько времени прошло? 15 секунд. Вот так. 15 секунд прошло за это время. Понимаете? То есть, дай еще, Ванечка. Смотрите, он бьет. Я его принимаю. Видите как? Отдаю.
Я отдаю. Мне надо дальше сбросить, я ему кидаю. И тоже продолжаю работать. Разобрались и вперед. Значит, не смотрите. Если вам что-то вот это положение, которое вы сейчас делали. Так, ну попробуй чуть-чуть. Что попробуй? Ну, что ты хотел с ним? Вот все. Так, смотрите, рычаг он потерял. Встань. Разреши я на твое место. Значит, вы, когда взяли, вы чуть повернул, значит, если мне надо его назад, видишь, как он подвластен мне. Я ему вывернул. А теперь я с этой стороны шаг ноги. Вы видите, что делаю? То есть я локоть ставлю так, чтобы у меня рука была его. Твердым предметом была рычагом. Вот эти мы суставы с вами и смотрим, как мы его повернуть можем. Если, допустим, я раз, и я не смог что-то сделать. Я такая ногу, раз, видите, опа. У меня и тут у вас есть, хотя руки заняты. Вперед. Ты, ну, Ваня, еще, дай-ка на него. Раз, а я сниму, бабах его сюда. И так же продолжаю его двигать, для того, чтобы колено ему туда садить. У тебя же есть. Это же не спорт. Поэтому ты смотришь, я, опа, есть. Вперед. Отлично! А это уже твоя защита, молодчина. Вот это ты, если бы сейчас ножки опустила, ты бы его сбила. Вот это твоя защита. Вот это как раз то, что... Ну-ка давай, ты с ногами своими прихлопни его. Так, пошел! Молодец! Только теперь не просто, а старайся его теперь выцеливать. А это надо подстраховывать, надо помогать. Пока да, на тренировке помогать. Так стоять. Встаньте так, как вы стояли. Вот так. Теперь кому помочь? Тебе. Значит, хорошо. Вот этим коленом можешь ударить. О, и на нее. Ну ты не носи, все. Понятно? Да. Понятно? Да. Грудь ударила на нее. Так, где смотрите, что так? Теперь. Да. Теперь где? Значит, вот, смотри сюда. Этой рукой за косу. Ну-ка, отходи. Добей, добивай ногами. То есть ты чувствуешь, где она. То есть она, опа, видишь? Понятно? То есть можете, ну, ударила, видишь? Ваня, Ваня, почему ты не тянул руку, не поворачивал? Дайте, как вы делали сейчас. Так, смотрите сюда, вот там. Молодец, но хоть и справляться ты можешь сразу. А почему там не мог? А почему там не мог? Или я как только что-то скажу, тогда только начинаешь думать. Правильно. Сейчас как ты только раз в сторону сместил центр тяжести его, центр масс, и работа пошла. Идите. Все нормально. Сами. А что ты делал? Что ты делал? Он уже понял. Молодчина, садиться надо. Только надо садиться. Так, внимание, товарищи. Два человека, берите длинные палки. Ну и кто-нибудь тогда, Ваня, ты иди.
наверное, Паша и кто еще. Давайте тоже идем. Ехали одновременно. Пока только это мы с вами конституционную жертву. Молодец. Все правильно. Только сам не кривись. Разреши. Значит, раз идет предмет или два предмета, она, вот у вас они идут. Значит, у вас задача, смотрите, вот она. И я начинаю и как этого, так и этого работать. Так точно и отсюда я могу и отсюда, и у вас начинает получаться работа. Понятно, да? Значит, вы, дайте еще один на меня, один пока. Значит, ваша задача, вот она, и по оружию вы скользите. То есть я как раз могу уже не смотреть, она в него попадает. Уже можете не смотреть. Вот. Можете не смотреть. Давай еще второй. Точно так же, когда колят, моя задача, видите, вот, вот они взяты. И я могу теперь как этого, так и этого одаривать уже как угодно, вы понимаете, у вас есть работа. Разобрались, значит, у вас есть сабля, у вас есть эти самые любые предметы, и продолжаем все. Поехали, отдыхать будете ночью. Садись. Вот так, хорошо. Во! На спину ложись! На спину ложись! Нет, нет! Как ты стоял? Вот нет, нет! Вот так! Вот. Так, на меня! Вот сюда! Он бьет! Я! Да. А теперь это отсюда! Опа! Лопата есть. Вот, значит, подработать, я работаю на себя. И уже здесь мы смотрим. Я сейчас могу подсказать вам. А вы, да, то, что набирать. А вы должны нюансы вот эти оттащить. Дай-ка, Ваня, мне лопату. Не, ну, а там видел, растянулся. О! Да, голову там уже нету. Еще разочек. Опа! О! А! Продолжай. Ну, это больше не сами. Добивай! Да. Становь. Хорошо.
чашки все-таки надо убирать. Вниз! В сторону и вниз! В сторону и вниз! Вот так! Молодец! Вот так! Ну что? Хорошо, а ну-ка еще сидите. Сейчас попробуй через вот этот бордюр. Давай, ребята, пробуй. Через бордюр его прямо выкидывай. Пошла. Вот так. Продолжай. Ты чего стоишь? Я тебя буду пинать. Ну-ка, продолжай. Продолжай. Пошла. Вниз. Вот так. Продолжай. Еще дальше гони. Ребята. Внимание! Все теперь работы, что вы делали, чтобы через этот бордюр и вот через тот, чтобы все вы прошли вот эту сторону. Поняли, да? Первый вот этот бордюр пройдите, следующий в работе, которую вы проводите, вот через тот бордюр сбрасывайтесь с этих самых, с лесенок. Понятно? Вперед! Работаете! Ну-ка, что вы все это самое, заснули, что ли? Заснули? Вперед! Девочка, стой там, стой там. Я жив. Я просто очень сильно разогнал. Давай, стой, стой. Работа такая. Все. Садись, садись. Помолчи. Давай, по ногам.
Ребята, что непонятно? Где еще какой момент требует доработки? Когда, вот, допустим, раз, и потом это сюда, когда сейчас, там вот это, да? Еще есть какие вопросы? Да, вы знаете, у нас еще такой, ну, чуть-чуть подметить. Так, сейчас я тогда отвечаю. Какой? Вот, допустим, ножом, я вас бью, вот, вы меня бьете, допустим. А, я, да. Я снял, да вот это все момент. Нож держится в двух пальцах, я бью. Вопрос сняли. Так, еще кто? Какой? На латвин налетит. Что, прощай? Уход, уход от удара. А, уход от удара. Значит, моя задача. И доработка. Оп, есть. Откуда? Я могу, значит, на нее или же ее отдать сюда, эту сюда, или отдать, наоборот, ее сюда. Видите? Понятно уже, да? Значит, я отдал сюда, туда. Что? Понятно, да? Мы, кстати, русское боевое искусство только потому, наверное, приняли, потому что оно все нацелено на поиск выхода. В русском боевом искусстве нет приема. То есть, куда ты не попал, нужно найти выход. Русские не сдаются. Рукопашный идет прямо там, где стоишь. В тех условиях, где застало тебе обстоятельства жизни. Камни или камни, трава, трава, асфальт, асфальт. Если ресторан там или кино, где бы то ни было, ты начинаешь вести себя как мужчина. Потому что, как мы сейчас там не говорили про армию, что вот надо, чтобы в нее шли профессионалы. Я думаю, что для нашего национального самосознания в армии служить есть долг любого здравомыслящего мужчины. Потому что отделить защиту Родины от, скажем, мужчины как первейшей задачи, значит лишить нас с вами, чала нашего народа. Это же не просто фраза «народ и армия едины». Нам нужны профессионалы, совершенно правильно. Но почему они должны быть профессионалами в каждом из нас? Тем паче в таком окружении. Вот я считаю, что каждый ребенок жить должен в атмосфере победы. Преодоление, преодоление. Это не значит, что мы прямо его подкладываем. Как раз наоборот. И чем, кстати, масштабнее трудность, тем интереснее работать с ним. Не страшись, уготовлен Богом каждому срок. Мы успели немало, и еще бы чуть-чуть. Ни богатства, ни славы, жить в России хочу. Мы в атаке на мерзость, нас с собой не согнуть. Им короткий отмерен, нам бессмертия путь. Рода русского солнца воссияет опять. И Георгий Сокол будет в небе летать. За тобою я вижу, стынут грозно полки. Чтобы Родине выжить, мы пойдем на штыки. Из звездной Божьей реки бросок карающей руки. Копье Георгия летит! Пронзит галактик дальних свет стремительным лучом побед. Копье Георгия летит, пронзая кладные миры, сиянием солнечным горит. Копье Георгия летит, все ближе свет его сквозь мрак, и сатанеет в страхе враг. Копье Георгия летит лучом небесного огня, очистится от зла земля. Копье Георгия летит, во вражьей тьме Россия спит. Русской кровью змей, ему осталось мало дней. Копье Георгия летит из звездной Божьей реки.
вашей руки